Нашей следующей остановкой на Великом океанском пути будет небольшой городок Эйрис Инлет, или залив Эйри. Впрочем, в добританские времена, в начале 19 века, эта местность носила совсем другое название, произнести которое мог бы, пожалуй, лишь абориген, жившего в этих краях племени Уатауронг. История этих мест неразрывно связана с удивительными приключениями легендарного каторжника Уильяма Бакли, сбежавшего из арестантского поселения в Соренто еще в 1803 году. Где-то здесь этот неприкаянный скиталец ютился в примитивной хижине, питаясь рыбой, моллюсками, дикой малиной и сахарными муравьями. Рассказу о жизни этого уникального человека будет не грех посвятить отдельную передачу. Привычное европейскому уху название местечко получило в честь Джона Моура Колли Эйри, известного политика времен колониальной Австралии. Родившийся в Лондоне в 1811 году, служивший офицером британского королевского флота в Медине и на Средиземном море, Джон Эйри в 1839 году приобрел земельный надел, находившийся неподалеку от мыса Пойнт-Роуднайт. В 1847-48 годах Эйри был представителем от порта Филипп в Законодательном совете Нового Южного Уэльса. Свою земную обитель Джон Эйри покинул в 1893 году в Лиссабоне, будучи титулованным виконтом де Эйри португальским. Наряду с известным пляжем Fairhaven, Эйрис Инлет пользуется большой популярностью среди любителей серфинга. Изменяющийся с годами угол наклона пляжа делает местный прилив непредсказуемым. К тому же, эти места известны своими сильными отбойными течениями, или rip currents, опасными для любого любителя плавания. Эйрис Инлет – замечательное место для любителей снорклинга и для отдыха с детьми. Также, как и многие другие городки, расположенные вдоль Великого океанского пути, Эйрис Инлет сильно пострадал во время страшного лесного пожара 1983 года, оставшегося в памяти старожилов как Ash Wednesday – пепельная среда. Множество домов здесь было сожжено дотла. Однако, после короткого затишья интерес к этому району возобновился и с тех пор неуклонно растет. Недвижимость, особенно с видом на океан, становится все более востребованной. Некоторые из домов здесь стоят более 2 миллионов долларов. Это морской заповедник Eagle Rock. Он занимает площадь 17 гектаров и простирается на 700 метров вдоль побережья и на 300 метров от берега.
Скалы, состоящие как из твердого базальта, так и из щебнистого известняка, изобилуют пещерами и уступами. Недалеко от покрытого валунами берега красуются две большие скалы – Eagle Rock и Table Rock. Эти формации – остатки базальтовых скал, образовавшихся в результате мощного извержения вулкана, которое произошло здесь от 24 до 29 миллионов лет назад. Скальные платформы покрыты знаменитым ожерельем Нептуна. Так называют бурые водоросли, растущие только в Австралии и Новой Зеландии. Eagle Rock также представляет собой прекрасную среду обитания для осьминогов, хитонов, крабов, кефали, акул Порт-Джексона, морских коньков и скатов. В этом районе гнездится множество птиц, а в определенное время года здесь можно заметить проплывающих мимо китов. Я не знаю, что это такое за маяк. А вот, Split Point Lightkeepers in Motor House Tour. А, подожди, Lightkeepers in... Знаешь, какой-то Light... Где он делся? А он в стороне здесь остался, Кирику. Мы никогда его даже не видели, слушай, этот маяк. Вот он, вот он, вот он. Ах, красивый какой. Ай, не видно, слушай, не видно, жалко. Может, там заехать на обратном пути сюда потом или что? Да, видим какой-то маяк, мы его никогда раньше не замечали. Он оставался за кустами, за лесом, как-то в стороне. Вот что здесь интересно за указатели есть на нем? Очень красивый маяк. Lighthouse Tours and Cafe. Вот, заезжай. Avis. Хочешь заехать? Ну, заезжай, что хочешь посмотреть. Давайте же посмотрим на него, что это за Lighthouse. Ну, давайте посмотрим. Lighthouse, это же всегда красиво. Главной достопримечательностью Avis Inlet является старый маяк Split Point, построенный в 1891 году на 70-метровой скале. Высота самого маяка составляет 34 метра. Ранее это сооружение называлось Eagle's Nest Point, а свое нынешнее название оно получило в 1913 году. Иногда его еще называют White Queen, Белой Королевой. Мы продолжаем идти к маяку в местечке Iris, Iris Inlet. Вот этот маяк уже виден вдали. Полиция не дремлет, стражи порядка местные. Разъезжают здесь в поисках потенциальных преступников. Очень живописное место, как и практически вся Великоокеанская дорога. Давайте посмотрим, дорогие друзья. Ребята, ну это впечатляет, просто вообще захватывает дух. Зрелище. Маяки – это наша любовь, да. Давайте почитаем, что здесь написано. Трудно что-то различить, но давайте попробуем. Да, по-моему, вот эта верхняя табличка здесь высвело все, подверглась эрозии, скажем так, да, со стороны моря, ветров, штормов и так далее, солнца. Здесь написано, что Split Point, этот маяк называется Split Point, то есть как бы точка разделения, да, и точка расщепления какого-то. Построен в 1891 году. Это относительно не старое сооружение такого плана на Великом океанском пути. Есть маяки гораздо древнее, гораздо старше, чем этот. Мы еще побываем на них. И, видимо, эта табличка отмечает столетие со дня основания этого маяка. Да, открыли ее в сентябре 1991 года мистер Колин Фриланд, председатель Австралийского общества безопасности на воде или что-то такого, в таком роде. А нижняя вот эта вот доска, она, значит, была открыта торжественно Ричардом МакГарви, губернатором Виктории, совместно с Джоном Хелфрени, что-то трудно читается, секретарем Викторианского торгового совета. И в память о тех людях, которые строили этот маяк,
каменщик был Роберт Андерсон, который строил этот маяк в 1891 году. Маяк, конечно, был построен для того, чтобы дать безопасный путь или предупреждать людей о проплывающих, на проплывающих мимо кораблях, капитанов, навигаторов, о том, как близко находится берег. Вот такая вот небольшая информация по этому маяку. В течение 27 лет трое смотрителей работали в этом удаленном месте, следя за исправной работой маяка и связываясь с экипажами проплывавших мимо судов с помощью флажных и световых кодовых систем. Первым смотрителем маяка был Джордж Брендинг. Этому бедолаге просто фатально не везло с ногами. Отправившись в далекую Австралию с Нормандских островов, он случайно выпал из вороньего гнезда на палубу, сломав при этом обе ходовые конечности. По прибытии в Австралию его доставили на лечение в больницу мельбурнского Уильямстауна, но там незадачливый моряк вообще чуть не лишился ног. Местные крысы умудрились обгрызть ему обе пятки. Интересно было бы знать, как после всех этих злоключений Джордж Брендинг находил в себе силы ежедневно преодолевать все 135 ступеней маяка. Сохранился рассказ еще об одном из смотрителей, Ричарде Бейкере, который процарапал маленькую дырочку в черной краске на задней поверхности лампы, чтобы тихими ночами иметь возможность улизнуть в находившийся поблизости паб, откуда он мог следить за сияющим через дырку светом и продолжать контролировать ситуацию, не отрываясь от кружки с любимым элем. В марте 1911 года шторм снес крышу с жилища смотрителя маяка. В 1918 году маяк, наряду с другими местными достопримечательностями, впервые был запечатлен на кинопленке во время съемок фильма о начале строительства Великого океанского пути. Интересно, сохранилась ли эта запись до наших дней? В 1919 году маяк был переведен на автоматический режим освещения, для которого использовался ацетиленовый газ. Электричество же было проведено сюда только в 1972 году. На маяке Сплитпойнт все еще используется оригинальная линза Фрейнеля, изготовленная британской фирмой Chance Brothers еще в 1886 году. Эту линзу берегут как зеницу ока, потому что в случае поломки заменить ее будет просто невозможно. Дело в том, что фабрика в окрестностях Бирмингема, где эта линза была изготовлена, была разрушена в результате германских авианалетов еще во время Второй мировой войны. Вместе с фабрикой погиб и секрет изготовления уникального оптического кристалла, использованного в линзе маяка. Thank you.
маяк все еще сохранил все элементы его оригинальной конструкции, а его световая камера до сих пор еженочно работает в автоматическом режиме, точно за руку, проводя тысячи судов от мыса Оттуэй до входа в порт Филипп-Бэй у Пойнт Лонсдейл с помощью комбинации разных цветов. Согласно Австралийской конвенции о маяках, для обозначения опасной зоны и изрезанной береговой линии на левом и правом краях светового луча должны устанавливаться красные фильтры. На маяке Split Point по каким-то неизвестным причинам все работало с точностью до наоборот. Впрочем, сейчас это уже смогли исправить. Весьма сомнительную известность маяк приобрел в 1951 году после публикации детективной новеллы «Новый ботинок», написанной Артуром Эпфилдом, известным англо-австралийским писателем, геологом и исследователем культуры аборигенов. По сюжету книги, именно Сплитпойнт являлся местом таинственного убийства некоего молодого человека, чье обнаженное тело было обнаружено замурованным в стене. Расследованием этого преступления занимался знаменитый детектив Наполеон Бонапарт по прозвищу Бонни, своеобразный австралийский Шерлок Холмс. С тех пор Сплитпойнт стал главным героем самых разных историй о призраках и множества морских легенд. Именно на этом маяке происходили невероятные приключения семьи Твистов из популярного детского телесериала 90-х годов «Run the Twist». Эпицентром всяческой жути ни в чем не повинный маяк стал в 2003 году во время съемок американо-австралийского фильма ужасов «Тьма наступает». Пустой фильм с высосанным из пальца сюжетом про чудовищную зубную фею окупился более чем в 4 раза, заработав при этом кучу негативных отзывов у кинокритиков. «Маяк» регулярно снимается для туристических и рекламных целей, а также является популярным местом для предложения руки и сердца. Сейчас поговорил с мужем этой замечательной женщины, которая исполняла столь волшебную музыку на хэндпэн, так называется этот инструмент, хэндпэн. Зовут ее Мита Хэндпэн, то есть как бы прозвище такое она себе дала. Мита, видимо, имя, хэндпэн — это название инструмента. Она есть на Инстаграме, она есть на Фейсбуке, и мы с ней договорились, что я посещу ее страничку и обязательно пошлю ей запрос в друзья. Очень интересные люди. А я думал, что такое у человека на спине, когда он сейчас шел с таким рюкзаком, как у черепашки-ниндзя. Очень похоже. Оказывается, это был хэндпэн. Удивительный звук, согласитесь. И лучше фона для такой волшебной музыки прямо не найти, какой сейчас был здесь. Ребята, я очень надеюсь, что вы наслаждались вместе со мной этим зрелищем. И этим звуком потрясающим. Итак, Мита Хэндпэн. Вот видите, я даже рекламирую ее. Пожалуйста, заходите на ее Инстаграм, на ее Фейсбук. Слушайте, ребята, это удивительно. Услада для слуха.